Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас я отреагирую на новую песню, точнее, первую, наверное, песню группы Мисамо. Это такой саб-юнит группы Twice, в котором состоят, как несложно догадаться, по крайней мере для фанатов, Мина, Сана и Момо. Это, собственно, само название, девчонки сами себя так называют, и я помню, они очень радовались, когда все втроем оказались в, господи, группе Twice по итогам шоу Sixteen, в котором они тоже все участвовали. Там вообще история такая, что изначально, где-то в 2012 году, JYP, Пак Чин Ён, великий ужасный, планировал дебютировать эту японскую группу, в котором должны были состоять Сана и Момо. Там еще должны были быть две девчонки, но, скорее всего, не Мина, насколько я понимаю. Но потом на эти планы забил и решил все-таки дебютировать корейскую группу, в которую собрался вставить и вот, Сану и Момо. А они, слава богу, прошли отбор строгий и попали вот сюда. Долгое время Twice была группа без каких-либо там сольников или саб-юнитов, но наконец-то сначала у нас была Наён, теперь у нас Мисамо, и вроде как потом будет все-таки Джихё, да, судя по первым тизерам, которые слиты, если, конечно, ничего не путаю. Вот. Тем не менее, альбом, первый мини-альбом от Мисамо будет в 26 июля. Но тогда выйдет заглавка, собственно, клип на эту заглавку. А сейчас, получается, у нас 15 июня, то есть, на самом деле, за месяц с копейками, за месяц и 10 дней, у нас JYP решил порадовать предрелизным треком, который называется «Marshmallow», «Зефирка». Вот, а сам альбом будет называться «Masterpiece». Альбом японский, песни японские, композиторы преимущественно японские. С другой стороны, у группы Twice сейчас японские композиции, некоторые иногда бывают получше некоторых корейских заглавок. Так что я ничего плохого не жду. Ничего сверхъестественного тоже, но, как минимум, как всегда, полюбуюсь на очень-очень классных девчонок из Twice, Мисамо. Итак, давайте, перед началом реакции попрошу вас поставить этому видео лайк. Не понравится, отожмете, в конце концов. А еще поблагодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty, замечательном сайте Boosty. Особенности Шуру, Евгения Ерина, Илью Просина, Горш и Данию. Давайте же реагировать на Мисамо. 3, 2, 1. Сейчас проверю, если у меня с громкостью все нормально. Поехали. Запись идет, все хорошо. Вот у нас супер красивая Мина. Я догадаюсь, у нас мама спит или нет. Да, Сана идет уже. МСМ. Мисамо. Департамент МСМ. Ага. Ага, а вот и Момо. В этом саб-юнит Момо будет больше петь. Ура. Ей еще дают петь своим низким голосом. Саночка, это она спала. Господи. Хороший эффект, кстати. О, господи, побольше, пожалуйста, дайте Момо петь таким голосом и читать. Охранник. И они такие все постоянно под прицелом камер, телефоны причем. Халтум их чё? А, понятно. Зефирку. Тоже с предсказаниями что-то. Мужик на проверке. Yeah.
Песня в словах песни про то, что она себя не чувствует одинокой на улицах. Чувствует себя зефиркой. Несмотря ни на что. Даже если пойдет дождь, то она подождем просто потанцует. Ну или они подождем потанцуют. Мама упала в чашку. Такая чилит. Вау. Песня местами похожа на такого, знаете, лоу-фай, да, под который неплохо чилить и что-то там делать, если бы, конечно, слова убрать. Жанр, безусловно, не мой, абсолютно, но, во-первых, очень милый клип, очень красивые девчонки, прям замечательные. И второе, наверное, даже первое замечание, это как же круто, что здесь много поет и читает Момо, и какой у нее клевый ее естественный голос, когда... Ее не заставляют, особенно сейчас, в последнее время, слава богу, такого нет, в последнее время вроде как она более-менее своим голосом, то есть у нее прям низкий классный голос, она им читает, она им поет, ей это видно очень комфортно, и это классно звучит, это звучит лучше, чем когда она пытается петь миленьким, няшеньким голосом, но не всем подходит все-таки, повторюсь, сейчас Пак Чин Ён не так их... не так их голоса подгоняет под стандарты, но здесь он прям вообще все, пойте как хотите. И получилось очень здорово. Давайте еще раз послушаем. Понаслаждаюсь и визуалом, и голосом Момо. Нет, безусловно. Наён, Саночка, все это прекрасно, но очень рад за Момо. Интересно, конечно, спит, ничем не накрывшись. Rooftop, Merch Company, Design Studio, Paper Office. FNB это Fashion Beauty, не будь какие-нибудь электрическая компания. Mellow. Merch Mellow. У нас на 8F Merch Company, а на 3F Mellow Office. Это спа. Девчонки все такие деловые. Вот. Это же прекрасно. Это она сейчас в офисе, да, идет в косметику или куда? Она инфлюенсер. Потрясающе. Чего же милота, слушайте. Вот это. Так-так. How to make, да что ж такое там написано-то было? А, как сделать еще больше мартини? Окей. PM lunch 13 часов дня. Walk, rest, running.
Проснулась, отдохнула, побежала. Отдохнула, отдохнула, побежала. Перезагрузка. Перезарядка, точнее. Ага, потерял. Он все еще ее охраняет, видимо. Отлично, здорово. Периодически наводит камеру на источник света. О боже, это у меня артефакты компрессии случились. И у них лица еще сильнее освещаются. Показываю, какие они солнечные. Это была концентрированная милота. Не что-то такое сахарное, но концентрированная милота. Интересно, почему у меня нифига не записывалось по видео. Это, на самом деле, очень печально. Я вроде ставил запись. Почему она не записывается? Ну, ладно, пофиг. Что записалось, то и записалось. Что не записалось, то не записалось. Все, товарищи, на этом спасибо за прослушивание. Я сейчас чувствую, я немножко намучаюсь с монтажом, потому что я периодически ставил на паузу и... Ох, как я буду мучиться. Ну да ладно, почему запись не ставилась? Я же проверял, главное. Оно работало. Работало, зараза такая. Ладно, это не важно. Клип позитивный, милашный. Песня, конечно, не в моем стиле. Буду ждать заглавку. Но вот опять же, как фоновая, она вполне себе хорошо работает. Реально такой лоу-фай, что-то в этом роде. Напишите, что вы думаете. И об этом сабьюните. И об этом преддебюте. Поставьте лайк, подпишитесь и поддержите меня на Boosty, если вам не сложно. Мне будет приятно, а вам, надеюсь, не сложно. Всем пока.